Здорово, народ! Вы на канале Бессмертный Лорд, и с вами, как всегда, Серега. В этом видеоролике мы посмотрим обзор на тот аккаунт, который мне подарил мой старый знакомый, а если быть точнее, знакомая. Ее зовут Аня, ник у нее был Утка, думаю, кто-то ее знает, она играла в гильдии ВО. Так вот, пишет она мне, значит, говорит: Серега, бросаю игру, играть неинтересно, надоело, два аккаунта, второй мне нафиг не нужен, давай я тебе его отдам. Я такой: ну окей, без проблем, я только за, будет круто, шикарно, отлично. Ну, по итогу, я получил доступ на этот аккаунт, сразу же я отвязал от него номер телефона, лишние почты, полностью перепривязал на себя. Вот такая вот история небольшая о аккаунте. То есть аккаунт полностью мой, мне его отдали, подарили. Теперь основной контент будет именно с этого аккаунта, своего пиздюка с 10-12 ГОСа. Забрасывать или нет, я еще пока в раздумьях, потому что основной контент будет идти именно с данного аккаунта. Ну что, перейдем конкретно к обзору аккаунта. Запасаемся чаечком, печенюшками и приятного просмотра. В первую очередь покажу вам героев, которые есть на данном замке. Здесь нет ничего необычного, здесь все абсолютно фритуплейные герои в голд цвете. Синий бомбардир 18 медалек, синее дерево 27 медалек, зеленая сказочница, видать, хотел купить себе бывший хозяин ее полностью, но как-то дело не дошло. Пегас халявный, мастер огня даже есть серого цвета и 3 медальки. Ну, остальные донатные герои, видать, начали, как я вижу, покупаться, но забросились. Либо это были бесплатные герои, я точно не уверен. Ну и здесь героев для найма нету. Далее. Покажу вам ресурсы в сумке. Ресурсы в сумке — это будет мой неисчерпаемый запас, который будет на всякий крайний случай, мало ли что. Эти ресурсы я трогать не буду, как минимум полярду у меня ресов останется, хотя мне еще нужно будет дотренить армию. Армии на аккаунте всего 11 300 000. Состав, я так подумал, палить не буду, чтобы вы не знали, что у меня там, но это будет ловушка для сборов. По войскам и по ресам, в принципе, все. Погнали смотреть исследку. А вот с исследкой это уже будет немножко поинтереснее. Экономика фуловая. Стену, конечно, немножко покачали. Стена тут есть. Войска. Контртипов нету. И это, честно говоря, печально. Но, тем не менее, контртипы на аккаунте будут уже буквально скоро. Я так плюс-минус планирую к концу января уже открыть контртипы на фул. То есть открыть сокрушители, прокачать вот эти исследки и, соответственно, контртипы тоже прокачать на 10. Здесь есть фолианты. Тут 1266 фолиантов. Мне нужно докупить еще 4250 фолиантов для того, чтобы прокачать эту ветку на максимум. Здесь также есть 403 колеса технологий, за счет которых эта ветка будет прокачана очень быстро. Далее, охота на монстров. Тут она затронутая, тут она покачалась, но она выкачана не до конца, она выкачана на 9. Поэтому вопрос у меня возникает, имеет ли мне смысл качать охоту фул, если я хочу здесь сделать ловушку для сборов. А как мы знаем, чем меньше силы, тем приятней будут замки сборить. То есть не имбачи, а возможно какой-нибудь 700-лямник со статами 650% захочет посборить замок в 300-350 лямов мощи. То есть это будет такой вкусненький маленький аккаунт, который будет растворять сборы.
Ну, по ветке охоты разобрались. Улучшить защиту тоже немножко покачано, к сожалению. Улучшить армию. Здесь прокачано, в принципе, нормально, терпимо. Качать дальше навряд ли я буду. Пока что здесь меня все устраивает. Если вдруг захочу, колеса у меня, в принципе, есть. Поднять можно будет быстро. Далее, командование армии. Командование армии прокачано до клинов, и немножко атака армии прокачана ИОЗ армии, буквально на писечку небольшую. Ну и дальше, соответственно, большая армия не открыта. Тоже под вопросом, качать это или нет. Потому что я хочу реально маленький замок, большой у меня уже был. Так, военное доминирование. Здесь прокачан прорыв, ну и дальше немножко потрогали басты. Далее, фамильяры. Как вы заметили уже и поняли, четвертые фамы здесь не открыты. Открывать, вот я их думаю, нужно для того, чтобы можно было красить драгоценности. Ну и, соответственно, саблезуб мне тоже будет нужен. Мне нужен саблезуб, сундук. Да и, в принципе, драйдер тоже будет неплохо. Это три фамильяра, которые я бы хотел с четвертого пакта сделать. Далее, битвы фамильяров. Битвы фамильяров открыт третий слот. Сигилы прокачаны на семерку, как на моем бывшем лярнике. Это довольно-таки неплохо. Я подумаю, может быть, вкачаю это на фул. И на все посмотрю по своим финансовым возможностям. Битва за чудеса не тронутая, ветка амуниции также не тронутая вообще, ну и битва за чудеса тоже не тронута. Вот такая вот на аккаунте, довольно-таки неплохая, в принципе, я считаю, исследка. Далее, перейдем к самим фамильярам. Грифон качается по чуть-чуть. Далее... Патрик фуловый, гремлин, ну его нужно покачать, соответственно, будет, чтобы получать самы на халяву. Вот это, ну, не особо нужно будет. Далее, вот здесь вот покачать скорость сбора и золотокопатель. Золото и скорость сбора всегда нужны, как-то ШПГ надо закрывать, правильно? Здесь прокачать грузоподъемность тоже необходимо будет, чтобы меньше войск на плитку отправлять. Ну и, в принципе, дальше по чуть-чуть. Надо будет еще, кстати, крота покачать, шамана на больке. Ну, то есть, работы с фамильярами здесь будут проводиться. Это бесспорно. Эти фамильяры будут нужны. Так, ну а дальше уже, я думаю, по фамильярам неинтересно. Боевые навыки фамильяров, что здесь есть? Посмотрим через стену. Такие, кстати, герои стоят на стене. По фамильярам. Здесь 10-й Патрик, 9-й Шип, 5-й... кто это? Гоблин. Или Гремлин, кто они там? 6-й Грифон и Пирос 2-го уровня. То есть с фамильярами тоже предстоит довольно-таки много работы. Стена, кстати, здесь на 425 тысяч. Девятая сокровищница, там, кстати, скоро будет вклад, то есть я получу еще немножко самоцветов, буквально 20 тысяч, мелочь, но все-таки приятно. По поводу элитного лабиринта, я думаю, у многих вопрос, есть он или нет. К сожалению, элитного лабиринта здесь нету, он не открыт, но здесь есть 133 тысячи звезд, которые мы будем с вами открывать в четверг на стриме, когда обновится моб, для того, чтобы набить редкие ингредиенты, с помощью которых мы будем с вами красить наш шмот. Ну, собственно, к нему мы сейчас с вами и перейдем. Какой у нас есть шмот? В принципе, шмотки довольно-то неплохие. Солянка фиолетовая, сеты можно моно собрать, но статы там будут, к сожалению, не особо высокие. Некоторые шмотки я уже разобрал, потому что они были собраны из ресурсов,
свои, они моргали в оранжевый цвет, меня эти уведомления бесят, и часть я разобрал. Ну и вот такие вот шмотки на аккаунте есть, даже есть два оранжевых барабана, что довольно-таки неплохо. По драгоценностям, конечно, здесь печально, но это посмотрим попозже. Далее, сами драгоценности, что мы тут имеем? Фиолетовый саблезуб, фиолетовый гаргантюа, фиолетовый змей, три фиолетовых шипа ужаса. Кстати, надо посмотреть. А, нет, камушков нету. С шипа в сетах камушка с шипа нету. Хотел сказать, и поставить один золотой, но нет. В сетах камушка шипа фиолетового. Так, ну и по обычным АТК камням по одному синему камушку. Ну и сейчас перейдем смотреть сеты, которые есть в быстром обмене. Сет охоты синего фиолетового цвета. Хотелось бы, конечно, покрасить его фиолетовый голд, как это было у меня на лярнике, но я не знаю, тратить, скорее всего, деньги на покраску сета охоты я не буду. Я скорее буду деньги пробовать вкладывать именно в военный шмот, потому что он будет важнее, чем сет охоты, я так думаю. Сет солянка. Вот такая вот солянка, как я говорил, практически вся фиолетового цвета. Мешается здесь только синий кубок. Камушки тут синенькие тоже встречаются. И до фиолетового кубка осталось буквально 5 фиолетовых нимбов, что, я думаю, соберу в скором времени. Да я, во всяком случае, на это очень надеюсь. Возможно, придется купить пак с жетонами и посливать также жетоны на нимбы, чтобы покрасить кубок в фиолетовый цвет. Для солянки это будет очень важно. Ну, вот такой вот, в принципе, сет боевой. Дает он, кстати, по процентам, я вам сейчас даже скажу, сколько солянка. То есть это все есть, я сеты не менял по талантам, и, скорее всего, они разбросаны неправильно, надо будет менять. Солянка у нас 382, 366 и 356%. Да, скорее всего, таланты надо будет перекинуть и сделать ровную солянку. Я думаю, получится сделать солянку 370%. Я думаю, это будет легко. Сейчас мы даже с вами в этом убедимся. Прокачана УЗ АТК. Кава пехота выкачана. Ну да, с пехоты убрать немножко талантов, раскидать и добавить атаку к лукам. В принципе, для вас это пройдет мгновение. Я же сейчас сделаю ровные статы на солянку. В общем, к сожалению, ничего получше я придумать не мог. Я сидел, тыкал. И по итогу солянка получилась вот такими вот процентами. Это 373, 367 и 363%. Кавалерия выкачана здесь на максимум. Первый, второй и, соответственно, третий уровень это вкинуто по максимуму. Далее, пехоту тоже я подвыкачал чуть-чуть побольше. А, ну это... Нет, в принципе, нет. Я ошибся, извиняюсь. Луков я выкачал побольше. Кава фулл, луки чуть побольше. А пехота получается... В данном сете самая сильная, потому что здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 шмоток, дающих атаку пехоте. Ну и по итогу суммарная солянка получилась у меня практически 370%. Так, что еще? А, покажу, кстати, силу аккаунта, куда что уходит. 143 миллиона силы войсками, 103 миллиона, ну практически 104 миллиона исследкой. И задание, кстати, на целых 9,5 миллионов. То есть, если бы не было заданий, то аккаунт был бы 290 лямов по мощи, что было бы довольно-таки неплохо. 500 тысяч мощи можно скинуть прямо сейчас, буквально убрав
все ловушки. Ловушки на один, кстати, тип. И их можно будет убрать. В принципе, на этом все. Сила от ловушек становится 0. И суммарная сила в данный момент 299 лямов мощи. В принципе, удачных защит мало. Люди будут хотеть этот аккаунт. Потеря на войск 10 миллионов. Пропорция, которая есть сейчас, я ее буду увеличивать немножко. Мне там чуть-чуть буквально не нравится. Но здесь, как я уже говорил, 11 лямов армии, а будет в районе 15, я думаю, лямов фармы. С силой примерно 350, максимум 400 лямов мощи. И думаю, желать этот замок ударить будет довольно-таки много людей. И одно, конечно же, из самых интересных, это что есть на аккаунте. 111 точных телепортов, немножечко энки, 21 фиолетовое долото, 3 миграции. По ускорам тут очень шикарно все, прям очень хорошо, тут куча обычных ускорений, то есть прям реально дофига. Тут куча тапок, что очень тоже неплохо. И просто нереально, извиняюсь за уведомление, и просто нереальное количество ускоров на исследку. То есть тут исследовать, исследовать и не переисследовать. Также есть небольшое количество ковриков. То есть на боевых сборах их можно будет потыкать. Есть немножко ускор на лечение и чуть-чуть ускор на тренировку армии. По боевым тут довольно-таки неплохое количество щитов, контрразведок и также есть бусты АТК, которые пригодятся мне в защите, когда я буду принимать сборы. И немножко есть расширов, буквально 1 на 50% и 12 на 20%. Сундуков тут пусто, а скоро, надеюсь, у меня получится их насобирать и сделать open box. Ну и, конечно, в какой гильдии я буду играть. В данный момент мой выбор пал на гильдию LOL. Я буду играть пока что в этой гильдии, посмотрю, поиграю, если будет контент, то я покажу контент именно с этой гильдии. Сюда, кстати, требуется 85 человек, поэтому у кого есть желание поиграть вместе в одной гильдии, то, ребят, всех жду и добро пожаловать. По поводу приема писать главе гильдии Пипиндра 01 в личку, либо же R4 с ником Кабачка. Отпишите этим двум людям и проходите собеседование, возможно, вас пустят в гильдию. Всем большое спасибо за просмотр данного видеоролика и всем пока-пока.